Напомним, котельные в районах неделю сидят на технологической броне. Это не катастрофа, ресурснику с трудом, но хватает мощности распределить электричество в населенном пункте. На аварийной броне котельные работать не смогут, и подготовка к зиме под вопросом. Под отключение сегодня попадают 9 объектов. Энергетики говорят, согласны на реструктуризацию долгов. Нужно обсудить четкий график выплат, но никто не выходит на связь. Кстати, котельные Хактека сегодня тоже отключат, но до технологической брони. Договор аренды с абаканскими тепловиками пока не подписан, но в СГК рассказали, очень торопятся. Такая же ситуация была с котельными теплоэнергоресурса. Столичные тепловики дали гарантии оплаты текущих платежей.